Здравствуйте, друзья. Расскажу вам, значит, кто владеет Kia Soul машинкой, какая случилась беда у нас. Перестал, значит, работать вентилятор на обдув на первой, второй и третьей скорости. То есть включается только четвертая скорость. Вот. С чем это связано, ребят? Это связано с тем, как правило, что это блок резисторов такой есть, который как раз на первую, вторую, третью скорость вот и подключен. Значит, вопрос, где его найти? Я его искал вот там, то есть мы снимали бардачок, я думал чего-то, что он справа, там как в Kia Rio или где-то. Вот, оказывается, нет, ребята, вот он где, я покажу, где он находится. Сейчас я подсвечу вам. А вот, вот туда, куда я свечу, вот такая желтенькая клемка и серенький блочок. Двумя шурупами закрученный. Вот это наш блок резисторов. Сейчас мы его будем выкручивать. А вот, посмотрим, потому что часто отходит там пайка на нем и все. А вот, то есть, если вопрос в нем, то мы сейчас подпаяем, поставим на место. Если нет, под замену его кинем. Вот, вот такие дела. Все, может кому-то пригодится. Вот, потому что гнать на СТО, вот, то лучше открутить два шурупа самому. Вот, хорошо. Вот такие дела, сейчас будем ремонтировать. Всем спасибо, до свидания.